Урай пока оправдывает звание одной из самых южных территорий Югры. Октябрь выдался довольно сухим. Первый снег отметился, но стремительно растаял. Когда же он появится? Прогнозы от жителей города. Через месяц, по народным поверьям, когда был первый снег, и через раньше так считали люди, что через месяц ложится первый снег. Когда ляжет первый снег, через месяц будет уже снег ляжет полностью. Ну, через неделю-две ляжет. Думаю, что так. А осень вообще радует такая теплая? Ой, отличная осень. Отличная осень, сухая, без дождя, без слякоти, с хорошим настроением. Пожалуйста, безветренно. Эта погода радует, пускай он попозднее ляжет, потому что погода прекрасная для гуляний, для прогулок. Это очень приятно. Поэтому попозднее. Осень прекрасная, тепло, хорошо. На юге была, мне не понравилось. Дома лучше. А снег ляжет, наверное, это самое, в конце этого ноября. Не раньше. А так будет падать, он таять. Погода будет такая. Оно как-то и не верится, что уже вот-вот снежок должен, хотя мы его ждем. У меня внук очень ждет. Каждый день спрашивает: баба, когда зима? Я говорю: ну подожди, еще дней 10, ему говорю. Подожди, прямо ждет ребенок вообще. Этого снега дети ждут. Не сколько мы, наверное, ждем, сколько дети ждут. Хочется им поиграться. В ближайшую неделю в Урае минусовая температура, но сильных снегопадов синоптики не обещают. Хотя сибирская осень может решить по-своему.